Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». К сожалению, почему-то какие-то пошли неполадки в начале этого видеоролика, не записался звук, поэтому я сейчас поверх этого видеоролика записываю звук, но потом уже звук вернулся, поэтому приятного вам просмотра. Если я правильно все понимаю, у нас, в принципе, вообще уже нету шансов выйти в Лигу чемпионов, в плей-офф за две вот оставшиеся игры. Мы, если выиграем Баварию и Young Boys, у нас будет 8 очков. 8. Но при том случае, если вот сейчас Атлетика проиграют Young Boys сенсационно, и потом, получается, проиграют Баварии. То есть это что-то невероятное, поэтому мы просто будем играть в свой футбол и надеяться на то, что хотя бы займем третью строчку и повторим, так сказать, наш рекорд в этом сезоне. И это за Краснодар. Мы тоже заняли третью строчку. Поэтому вот такие дела. Бавария, Локомотив, посмотрим. Кто готов, кто нет. Так, ну сразу же убираем Рыбуся. То есть у него прям очень плохая форма. Лысов сегодня выйдет на поле и все. Мы остальные таким же абсолютно составом мы и выходим. Только вот немножечко изменили левого защитника. Бавария Мюнхен против Локомотива. Пятый тур Лиги чемпионов. Давайте, я думаю, форму. Вот стоит нам, наверное, на беленькую поменять, чтобы сильно тут не сливалось. Вот так будет замечательно. Поехали. Итак, Альянс Арена. Я не знаю, было ли это раньше или нет, но музыку включили прямо на стадионе. Бавария против Локомотива, под трибунное помещение. Мы, в общем-то, заряжены. Будем также играть в свой привычный футбол. Не будем сидеть в обороне, будем рисковать. Ну и надеюсь, что много голов-то не пропустим. И даже, может, получится урвать с Баварии ничейку. Финальный свисток. Все. Как вы видите, касцена идет, Локомотив не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Были сейчас у нас очень хорошие моменты с Баварией, чтобы выйти вперед. Смотрите, 7 ударов, 5 створ. Но вот нам просто не повезло. Нойер спас сегодня Баварию. Посмотрим, как там Атлетик сыграли с Young Boys. Минимально обыграли. Вот. Поэтому сенсации не будет. И вот как раз в последнем туре все и решится, получится ли у нас обыграть Young Boys и попасть хотя бы просто в Еврокубковую весну в Лиге Европы. Ну что же, на этом все, друзья, спасибо вам большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания.